Таким выглядит изнутри дом погибших пенсионеров. По обоям хорошо видно, до какого уровня поднималась вода. И до сих пор здесь все в грязи и в воде. Я стою, например, сейчас по щиколотку, пока родственники погибших пытаются вывести уцелевшие имущества. На полу здесь овощи, которые всплыли, видимо, из погреба. Кабачки, картошка, свекла. И по мебели можно определить, какой силы был удар волны. Шкаф стоит перекособоченный. В комнатах невообразимый беспорядок. Соседнее строение полуразрушено. И то же самое можно сказать о кухне. Здесь уничтожен практически весь кафель, мебель, сантехника.